Вторник на территории всего Урала будет стабильно морозным, но солнечным. Ночью средние температуры будут колебаться в интервале минус 15, минус 18, а днем морозы до 20, но зато будет солнечно и ясно. Более подробно о погоде далее, не переключайтесь. Итак, в Магнитогорске 12 февраля минус 17 градусов ночью, рано утром похолодает до 20 градусов мороза, и затем днем солнце согреет воздух до минус 11, к вечеру минус 18 и без осадков в течение дня. В Белорецке Абзаково тоже солнечно и без осадков. Ночью до минус 18, в течение дня до 9 градусов мороза. Ну а сейчас на очереди рубрика «Погода от народа». В соседнем Сибае минус 15 градусов ночью, днем потеплее до минус 9, будет солнечно без осадков. В Челябинске морозы до минус 16 рано утром, днем будет минус 10, солнечно и без осадков. На сегодня это все новости погоды, увидимся завтра.